Есть! Есть! Да, ребятушки, да! Это хорошие ребята! Это хорошие! Барракуда! Да, барракуда! Всем привет, друзья! С вами снова Мэфик. Я нахожусь в порту Анпин. Это город Тайнань, почти самый юг. Значит, как вы видите, сегодня будет ночная рыбалка, потому что я уже в ночи. Посмотрите, на что я ловлю. Посмотрите на эту приманку. Это какое-то безумие. Друзья, сегодня будем охотиться за барракудой с вами. Все расскажу, все объясню, все покажу. В целом, конечно, хочется поймать трофей. Но и, в принципе, небольшой барракуде я буду рад. На самом деле, ловил я эту рыбу раньше, до этого. Но, правда, вот такого размера и с корабля. С берега ни разу она у меня не ловилась. Поэтому смотрим. Погнали! Огромная благодарность спонсорам канала. Нажимай кнопку «Спонсировать», поддержи канал, получи плюшек. Увековечь себя в титрах к видео. Ребятушки, направляюсь на юг. На севере сейчас хреновейшая погода, огромные волны, и, собственно, ничего мне не остается, как либо порыбалить на пресноводке, что вам абсолютно не нравится, либо попробовать рыбу на юге. Рыба на юге, друзья, сейчас просто в ударе. Говорят, что подошла барракуда, говорят, что подошел квинфиш. Вот, и сегодня я, друзья, еду с двумя спиннингами, один из от компании Sportex, это Jalogia Pilk для ловли Pilker, ну, я буду кидать попперы, вот, и еще я взял свой спиннинг дальноброс от компании Aika, он хоть и не морской, но, тем не менее, на море он точно отлично справляется. Солнце уже шпарит, друзья, я пересек половину Тайваня. Еду сейчас вот в город Тайджу здесь, пересекаю его, и погода налаживается, и, в общем-то, настроение тоже повышается. Так что, друзья, остаемся со мной, и скоро увидимся с вами на точке. Так, друзья, ну я уже на месте, вот, но для того, чтобы нормально дойти до точки, нужно нормально все закрепить. Ну, нормуль. Нормуль. Так. Как-то так. Ну вот, ребятушки, вход. Здесь все закрыто, естественно. Вот. Был я здесь пару раз. Вот, рыбачки. Хорошо им, они на своих мотороллерах, блин. Кстати говоря, вот на таких вот мотороллерах ребята ездят здесь. Им довольно просто. Ну, а мы с вами по-старому, так сказать, по-простому, на тележечке. У меня с собой, значит, два спиннинга сегодня. И, соответственно, багор. Багор обязательно, потому что там высоко довольно. И нам идти где-то километра полтора. О, мыс выходит туда далеко-далеко. В руке у меня кофе. Соответственно, я не могу ничего делать. Погнали, друзья. Ну что, побежали. Барракуда появляется на Тайване зимой. Сезон длится всего 2-3 недели. Рыба в это время мигрирует. И самое интересное, что подходит она только к юго-западному побережью Тайваня. Именно тут находится город Тайнань и глубоко врезающийся в море порт Анпин.
Так, контрольно-пропускной пункт. Вот здесь вот, друзья, раньше не было прохода. Здесь были, здесь стояли эти пельмени, да, эти, как называете, я не знаю, быки. Вот, и приходилось лазить, то есть подниматься наверх. А сейчас вот, видимо, сделали проход. Это вот интересно, кстати. Довольно хорошо. И сделали еще дополнительный пирс. Вот слева дополнительный пирс. Его не было. Или, может быть, он был, но полностью закрыт. Сейчас открыли для рыболовов. Это, конечно, очень круто. И вот я вижу, что на Дальнем Моле сейчас очень много народу. Это хорошо. Это хорошо, друзья. Вон, вон туда. Вот. Где сейчас корабль? Далеко-далеко. Половину я уже прошел, на самом деле. Так что... Да, друзья, рыбаков здесь, конечно, пипец. Они тут позанимали своими донками все пространство. Фух. Так, я сначала поставлю легкий, ну, точнее, не тяжелый спиннинг, потому что покидаю, может быть, легенькие приманочки сначала. Ну, начнем с ратлина, наверное. Так, друзья, пришло время больших спиннингов. Я смотрю, дядька уже тут кидает большие воблеры. Так что мы... Так, ну и, друзья, поводок обязательно в этом случае, ибо целевая рыба подразумевает подобное. Вот здесь у меня вот железный поводок сантиметров 30-40, вот на конце, значит, разводное колечко, и к флюру я цепляюсь морским, значит, подшипничком. Так, воблеры, двадцатка, 180-й получается. Так, поппер, оушер, мама, поппер, поппер, это Уокер Юзури с автографом Майк Айконелли, Never Give Up. Вот, ну, в общем, в целом как-то так. А еще вот у меня, смотрите, ножка стула. Серега Енисенков, тебе привет. Все это самое. На самом деле прикольная штука, играет нормально. Единственное, что все хочу перекрасить, сделать ее белой, с красной головой, типа клоун расцветка. Все-таки по морю лучше. Так-то вот такая расцветочка, это все-таки натуралка, она в море не очень. Вот это воблер, друзья! Еще одна штука, про которую я сегодня вам расскажу, ребята, это вот такая вот приманище. Сейчас вам расскажу, что куда. Ну, пока солнце и все видно, можно спокойно объяснить. В общем, смотрите, значит, она сделана из полиэтиленовой трубки, толстая трубка для, значит, битья. Вот, вот к этим вот петелькам, это металлическая петля, здесь она идет, вот, то есть металлическая проволока, она идет вот здесь вот полностью, и к каждой петельке крепится крючок, то есть раз, два, три, четыре, пять крючков, и вот здесь огрузка, и здесь огрузка, то есть она будет вот
вот так вот плавно падать. Ну и в общем тут вот у меня написано там 65 грамм, ну вот какая-то тут 70 грамм и так далее. Вот они вот, значит, это самодельная приманка, естественно, местные ловят вот на нее. То есть будем стараться поймать на нее. Ну и воблер тоже покидаем с вами. Смотри. О! Барракуда, друзья, это барракуда. Солнце уже садится, как вы видите, все готовятся. Так сказать, ночную барракуду, на самом деле, отрубку взяли, да? Вот. И, в принципе, уже потихонечку все ставят большие воблеры, большие приманки. Так, ребятушки, ну что, пришло время для настоящих приманок. Подошел бильдфиш. Это что значит? Это значит, что возможно барракуда здесь. Да! Паланг, паланг! Есть, есть, друзья! А! Я на котал.
Ну хотя бы, друзья, смотрите, какая. Хоть и забагренная. Но это бельфиша. О, какая. Да, ребят, почему бельфиши багрятся, я попробую объяснить. Потому что они всегда нападают снизу. Вот, так как они снизу нападают, они багрятся за пузо. Вот, и просто вовер по ним проходит. Поэтому они, то есть он реально атакует, но как бы вот воблер вот так вот себя ведет с ними. Так что это, в принципе, была честная атака. Да, ну, слушайте, бельфиш здесь, значит, и барракуда должна быть где-то рядом. Так что ловим дальше. Ребята, посмотрите, вот местные ловят вот на такие вот приманки, да, то есть вот она, какая-то трубка тут с крючками непонятная, но при этом ловится просто отлично.然后直接断，他再一直转一直转，那是扭断。那都没关系，我们小拜托给我小只的就好了，他录一下。啊！要他有这种他妈死亡翻转呢，妈掉呆。听说最恐怖的是这样子，真的假？所以我刚刚不能让线，也不能让杆，就对，要把它刀死就对了，刀到头在上面。哇！哇！那个景色有够漂亮的。对啊。 Не было времени там ничего с собой брать. В общем, быстро заехал в Макдональдс. Ну и в общем-то тара-та-та-та.
есть! Да, ребятушки, да! Guys, you have gaff? Yeah. Sorry. Okay. Это хорошая. Это хорошая. Wow, very good. Yeah. Это хорошие ребята. Это хорошие барракуда, да, барракуда. Yes. Вышла. Вон она. Here. Да! О, вот это да! Это хорошая! Вау! Yep. Yeah. Thank you very much. Ну вот оно, ребятушки, наконец-то, Тайнань, порт Анпин, барракуда, сезон барракуда, друзья, январь. Конец января, наконец-то я ее поймал, это просто долгожданная рыба, вы себе не представляете. Ну здесь, ну пятерка может быть в районе. Барракуда, да, тайваньская барракуда, вот она, посмотрите на нее. Смотрите, какие у нее глазища огромные. За счет этих глаз она очень хорошо видит в воде, и приманка в темноте для нее просто светится, ребята, да. Так, ну, а вот во что, ребята, превратилась моя приманка. Так, ребяточки, ну вот, 5 килограмм, как я и сказал, ровно пятерка. Вот это да. Ребяточки, ну все, рыбалочка закончена, темная ночь.
Рыба взята, барракуда, наконец-то, это просто восхитительно. Все вещи собраны. Вот у меня, смотрите, такая вот штука. Я вот на ней везу. Вон рыба, рыбу с собой берем обязательно. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока.